Всем привет! Сегодня я, Кирилл. И сегодня это четвертая часть по метротравме. Да, это четвертая часть. Я уже доделал. Да, наконец-то я уже доделал метротрам. Теперь можно кататься. Теперь я тут немного заградил, тут сохранил, и там на станции Площадь Труда тоже сохранил разворот. Вдруг будет надо разворачиваться. Так вот, о чем я? А, да. Так, смотрите, мы будем прокатимся на всех станциях, которые будут, и поедем в обратном направлении. Да, и кто не смотрел первую, вторую, третью часть, обязательно посмотрите и ставьте лайки. Итак, если что, кто не помнит, как называется ссылка на это мод, да, я подскажу, как это называется мод. Я там в ссылке, там еще подсказал ссылки. Ссылку подсказал, там обзор моды. Я показываю обзор мода на превращение моба. А я хотела вам рассказать про разбойника. В чем эта наука? Если вы превращаетесь в разбойника, если вы подойдете к деревне и начнется рейд. Да, это страшно. Очень-очень страшно. Но если вы будете играть в выживание, то ну, они вас не будут замечать. Они совсем будут не замечают на вас. На вас никто не замечает, что вы разбойник. Они совсем ничего не замечают. И вы направитесь к деревне и будете... Так, житель, куда? Ладно, оставьте. Я хотел сказать, я живу сейчас пока что Ростове у гости у папы. А вы будете спрашивать, почему ты живешь у папы в Ростове? Вы же всегда живете в Донецке. Я этого помню. Ну да, я помню, что я живу в Донецке. А есть такая причина в Донецке. Какая еще причина? Я совсем уже. Это называется причина, что тут в Донецк взялась война. Какая еще война? Ну, самолеты, взрывы. Опасно в Донецке. Я уже, ну, переживаю пока что. Надо пока что... Я эвакуировал все граждане города Донецка, все должны быть эвакуированы. Все. Ладно, но моя мама не эвакуирована, там бабушка с девушкой не эвакуированы. Но им безопасно, они безопасны. Вот вчера моя мама совсем побоялась в лесу ехать. Совсем. И пошла по ступенькам. Ну да, это как-то муторно. Вот, о чем причина? Кто находится в Донецке, то все, хана. Ну понятно. Некоторые живут и в России, им хорошо. Но в Украине то же самое происходит, если то. Ну ладно, понятно. Ладно, это так было сейчас в Донецке. Кто находится в Донецке? Все. Напишите в комментах, в каком стране вы живете? В Донецке или в Беларуси? Или в Украине, или в Донецке, или, ну, или в России. Где вы находитесь? Где вы живете? Мне очень интересно это узнать.
Ну, понятно, что о чем причина в тенниске. О чем причина во всех странах. Ну, когда вы будете жить в Донецке, то если вы найдете, будете останетесь в Донецке, ладно. Ладно, ладно, это так себе, но это правда. Правда. Где находится Донецк, эвакуируемся срочно. Так, о, это станция Мудреная. А, ставьте, вы видели, на станции Мудреная теперь уже поменяли стекла. Ну, я там, ну, помните, с прошлой, с трех частей они были по-другому. А теперь они вот такие. Кто не видел. А. И еще хочу рассказать про Донецк. Что тут у нас еще и война есть. Ну, война, понятно. Вы уже видели, кто находится на войне. Все помнят. Ну, только вставай, Донбасс. Верьте за Донбасс. Ну, понятно, что Донбасс не главная страна, но верьте за Донбасс, чтобы было все хорошо. Верьте за Донбасс, чтобы Донбасс победил. И все уже маршрутки запустили. А то не хочется, а то там у меня есть любимый транспорт, это называется ретро-трамвай. Очень крутой, прокатиться можно. Если кто находится в России, обязательно прокатитесь. Сегодня этот трамвай ходит только в 28 и 29 августа. На День города и на День шахтеров. Это очень круто. Но у кого есть парад в Москве, ну это тоже хочется увидеть, но... Нет, спасибо. Ну, прокатитесь на ретро-трамвае. Это очень круто. Так. Ну да, это очень круто. Что вам совсем... Так, куда? Так, я... Няша какая-то. Ладно. Такое всегда бывает. Ладно, это мы поняли. Ну, если что, как бы в Донецке мы еще так. Ладно, я просто вам рассказываю, что происходит в Донецке. Ладно, у меня пока что нет интересов, чтобы вам рассказать. Но в следующих видео вам уже расскажу на видео, что происходит в Донецке. Ладно, ну это правда. И ставьте, мы уже начинаем. Так, вот такая первая станция, которую я построила такую станцию красивую. Кто помнит еще Кривом Роге, там уже все, они проезжают мимо некоторые трамваи. Вот тут написано. Индустриальная такая станция, и тут уже указаны, до каких мы дальше будем ехать. Ну, Солнечная, городская больница, Мудрёная, Дом Советов, проспект Металлургов, Кольцевая. Это, ну, в ту направление, ну, на туда, туда. А здесь тут не указано. Тут не указано. Ну, еще так будет я застраивать. Ладно, а мы поехали. Следующая станция электрозаводская. Так, вот все, объезжаем. Во, вот и наша станция. Станция электрозаводская. Вот такая станция. Такие, вот это у нас еще есть. И так, надо бы заменить. Так, надо правда заменить на другое. Так, запись идет, да. Так, ого, я тут заговорился. Ладно,
Я тут заговорился за это. Я уже совсем офигел, сколько уже надо заканчивать потихоньку ролик. А, давайте доканчивайте. Следующая станция. Это у нас такая станция. Как она называется? Я не помню, как она называется. Напишите в комментах, как это, как Кривология там, последняя станция называется. Я так сделал, но типа Кривология сделана не так. Я тут еще разворот сделал. Напишите в комментах, как называется эта станция. Я забыл. Как называется эта станция? Ну, поняли. И ставьте, тут у нас в деревне даже не было ни одного рейда. Представьте. Ни одного рейда. Тогда будет все хорошо. Мы переходим не к этому, а мы уже с вами будем прощаться. Так, все уже. Так, все. Спасибо на мой канал. Так, ладно, все. Так, начинаем. Все, будем уже прощаться с зрителями. Ладно, все. Тогда всем удачи, всем до скорого. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, как вы сделали свой метротрам. И что происходит в Донецке. И в каком стране вы живете. Напишите в комментах, мне очень хочется узнать. А с вами был я, Кирилл. Всем удачи и до скорого. Всем пока-пока!